Иностранные языки открывают людям практически неограниченные возможности, считает выпускница ИИЯ РУДН Наталья Коблева. Отличные знания английского и испанского помогли ей получить работу мечты. Сотрудника службы письменных переводов в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Учиться в РУДН для меня всегда было мечтой. Поэтому, как только появилась такая возможность, я реализовала эту мечту и попала чудом и очень благодарна этой возможности в Институт иностранных языков. Институт иностранных языков был создан в 1997 году. Я заканчивала его в 2003, поэтому была пятым выпуском, по сути. Опыт учебы в самом интернациональном вузе страны подготовил Наталью к ее дальнейшей карьере. Такая межкультурная коммуникация имеет первостепенное значение, считает она. РУДН стал для переводчицы серьезным шагом в будущее, в профессиональную жизнь, в профессиональное развитие. У меня было ощущение, что я попала в абсолютно другой мир. Я познакомилась с людьми из абсолютно разных стран, которые по сей день мои очень близкие друзья. Благодаря им я объехала очень много уголков нашей планеты, побывала в удивительных странах. И общение с этими людьми для меня было крайне важным в моей жизни. Я считаю, что таких вузов, как РУДН, должно бы быть гораздо больше. Я очень счастлива, что он существует. Уникальность РУДН, гибкость образовательных программ, индивидуальный подход к обучению – это тот базис, который на выходе формирует молодых специалистов высокого уровня, способных успешно работать как в России, так и за рубежом. Отдельный пункт – возможность изучения двух, трех и более иностранных языков одновременно. Ведь требования современных работодателей к будущим сотрудникам растут. Иностранные языки открывают перед людьми практически неограниченные возможности, начиная от возможностей трудоустройства, заканчивая элементарно поиском информации, от которого сейчас во многом зависит жизнь современного человека. Огромное количество публикаций не переводится на другие языки, существует только на языке оригинала. Огромное количество учебных программ, огромное количество различных курсов, книг существуют на языке оригинала. Соответственно, важность изучения иностранных языков трудно даже описать словами без подготовки. Поэтому, да, непременно нужно это делать. Екатерина Гульбина, Сергей Мартыненко. Новости ТВ РУДН.